свою шею и голову поднятыми или воздетыми вверх, он выглядел, он сиял, подобно владыке или супругу. Ну, супруг коров как-то, супруг коров звучит немножко странно, да, владыке коров, да, подобно владыке коров, быку. Да? Так, и для этого случая у меня уже сделан готовый перевод, такой прозаический. Этот Ванара, желавший совершить трудновыполнимое деяние, не имея никого в качестве помощника, а здесь я немножко недоперевел этот второй момент, одетый ввысь головой и шеей выглядел, как бык среди коров. Стихотворный перевод. Ванара сей, что желал совершить превеликий и трудный, подвиг которому равного нет, не имея иного друга, а также препятствий, стоял он с воздетую гордо, выей главой возвышаясь, как бык всего стада владыка. Ну вот, такой вот... Да, я в стихотворном переводе немножко дополнил, это исправил, а надо еще в обычном литературном переводе. Вот этот вот нюанс «ниш прати нидвандам», как «прати бандхарахи» там. Так...